Я вообще узнала не от Евгении Юрьевны, а от мамы, потому что Евгения Юрьевна написала моей маме и начала говорить, вы типа ее поддержите. Она типа получила 3, не получит красный аттестат, вы ее поддержите. А об этом прочитала я, потому что я подошла к телефону, увидела от Евгении Юрьевны сообщение, думаю, ну ладно, прочитаем. Прочитала, мне как-то так обидно стало. Не знаю, я уже даже поревела. Ревела 2 часа где-то. Я даже остановиться не могла. Потому что как-то обидно, 9 лет пробуны жизни, как бы я старалась, для чего-то же старалась, что-то делала. Анисимова сейчас тоже в истерике бьется, у нее только одно правильное из всех вообще заданий. Она смотрела по ответам, выходит, учителя подставили тоже ее. Блин, я так расстроилась. И за Аню очень сильно обидно. И за Влада. И да и за меня, мне самой за себя обидно, потому что я старалась, делала. Вот. Опять я говорю. Да господи, я 2 часа уже ревела, куда еще реветь? На бланки я не обратила внимания, а когда ответы, я даже и не смотрела на них. Я уже даже не помню их расположение.